Всем добрый день! Сегодня хотел бы поговорить про то, рассказать вам, как мы получали желтый лист защиты, да, Temporary Protection, да, мы получали его в Дублине, короче, все по порядку, полетели. Когда мы прилетели в Ирландию, нас встретили, и мы в аэропорту вообще ни секунды не задерживались, нам поставили штамп 90 дней, типа, и дальше вы там уже сами можете решать, хотите оставаться, хотите берите защиту, то есть, как вы решите. То есть, мы согласились с этими условиями, потому что, ну, нам нужно было сразу уезжать, у нас не было времени оставаться в аэропорту. Нас забрали, и мы как бы уехали в маленький городок, где сейчас и живем. После этого, где-то через полтора месяца, мы подумали, ну, как бы уже пора, уже там, нашли работу, квартиру, все дела, как бы обустроились, пора как бы ехать за защитой, да, как бы дни идут, уже полтора месяца прошло. И в апреле, 22 апреля, да, 22.04, мы собрались и поехали в Дублин. Это была первая наша поездка, как говорится, на автобусе, на социальном, как бы, да, ну, ну, вообще на транспорте, да, общественном, типа, ну, как бы, ирландском. Заказывали мы билеты через интернет, по интернету. Ссылка на компанию, которую мы покупали, скину в описании. Покупали мы, оплачивали картой ирландской. Потому что у жены тогда уже была оформлена, сделана карта, а им банк. Купили, удовольствие нам обошлось в одну сторону 60 евро, то есть туда-обратно 120 евро. Чтобы доехать до Дублина, нам нужно больше 2 часов. 2 часа и 20 минут. Ехали мы самым первым рейсом в 6.50. Как говорится, все нормально, QR-коды просканировали, вошли в автобус и полетели, поехали. Приехали в Дублин, в аэропорт, прям сразу мы выбрали маршрут, когда писали, да, ну, прибытие, и выбрали сразу, чтобы пришел в аэропорт, чтобы сразу, как говорится, не отходя от кассы, нигде там больше ничего не искать, не выдумывать велосипед. Мы приехали в аэропорт, но обратно же, где это искать? Подошли сразу к самому обычному работнику аэропорта, блин, в этой, как его... в желтой жилетке. Я вам объяснил, Ukrainian, туда-сюда, оп, вывел меня, туда иди, по прямой поворот, видите, там двухэтажное здание. Все, мы идем, оп, yes, we can. Все, подходим, видим, лежат коляски, там много было, велосипедов детских, ну, видно сразу, что что-то связано с социальной, да, работой. Зашли, да, длинный стол, сидят люди. Ирландцы, при входе была одна девушка, разговаривала на украинском языке и на русском, и два было видно, что просто на русском, два мужчины, да. К нам подошел мужчина, мы объяснили ситуацию, к нам подошел ирландец, и он долго не мог понять, почему мы сразу не получили эту защиту, почему мы сейчас приехали через полтора месяца. Это его очень сильно его интересовало. Мы минут пять ему объясняли, мы объяснили, что нас встретили, мы поехали сразу, как говорится, поселяться в новое жилье, подписывать договоры, искать работу, то есть немножко обустроиться, и потом уже, ну... приехать за защитой, потому что, ну, если ты получил PPS-номер, да, PPS-номер можно получить без защиты. Мы получали PPS-номер, начали PPS-номер, а потом только взяли защиту через полтора месяца. Так что, как-то так. Это вот вопрос его был. Это, ну, как когда он увидел контракт о том, что мы живем не на социальном жилье, все хорошо, он сразу, ой, все, beautiful people, все, let's go. Все, сели мы к такому, можно сказать, уже дедушке, да, он взял наши паспорта, мы дали ему, получается... Мы дали ему свои паспорта загран, биометрические у нас у всех. И дали свои PPS номера. Все. После этого выдали нам вот такие вот, видите, желтенькие красивые бумажечки. Ну, до этого еще как бы мы там заполнили анкеты, да. Он там помогал, да, анкету заполнять. Там легкая анкета, ничего такого. Но главная фишка была в том, что, кто не знает, может быть, да, там... Я родился в Німеччині, то есть я родился в Германии. Это написано тоже в загранпаспорте, как и в моем обычном украинском паспорте. Я родился в городе Потсдам по документам, а так вообще в Ютербоге. Ютербоге — это ГДР, это 89-й год.
просто в Ютербох, как бы там тоже был роддом, да, они всех регистрировали как, ну, как бы Потсдам это был районный главный центр, и все, кто, говорится, рождались на других маленьких городках, все равно регистрировались в Потсдаме. Как-то так. Вот, даже могу вам показать, заценить. Вот, не видно, Німеччина. Німеччина. И вот это его удивило. Все, когда видят Німеччина, думают, что я как бы, ну, у меня двойное гражданство, да. Многие это думают, и у меня всегда проблем с таможней не было, потому что, видно, многие думают, что у меня двойное гражданство, как бы, ну, немца трогать как бы не камильфо, так что... И он долго, он не мог понять, почему я здесь, если я могу поехать в Германию, если я гражданин Германии, да, почему, что я делаю в Ирландии, зачем мне это надо? В Германии тоже неплохо кормят, как бы, если, тем более, ты гражданин, зачем тебе, что ты тут забыл? Я же ему объяснил, что у меня был, как бы, мой отец был военным в Германии, да, в ГДР, как-то так. Ну, после этого выдали нам эти бумажечки. И что главное, вот, да, я хотел тоже уточнить вопрос, может, кто-то знает. Вот, да, приняли временную защиту, да, ЕС, Евросоюз, да, в начале марта, если не ошибаюсь. И его, да, сделали на год. Вот многие утверждают, что вот ты приедешь сейчас в августе, да, и, грубо говоря, тебе на год продлевают его, да, то есть ты год можешь находиться. Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что с той даты, когда приняли, и вот до следующего, грубо говоря, марта, и неважно, когда ты приедешь, хоть ты приедешь в декабре, в марте все, у всех оно заканчивается. Мне кажется, так, может, я не прав. Просто много в чатах пишут о том, что, типа, каждому индивидуальный год, типа, индивидуально. Мне кажется, что нет. Может, я ошибаюсь. То есть у нас получается временная защита с 22 апреля. Апреля. Так что как-то так, не знаю, напишите в комментариях, как вы считаете. У всех год индивидуально считается, или он единый, от одной точки до другой, вот так вот. Видите, у нас музычка, у меня здесь же, кто не забыл, живые на крыше торгового центра, и тут у нас на прекрасной парковке всегда выступают уличные музыканты. Получили мы прекрасные листики, еще главное, что сказал этот комиссар, да, это, я так помню, миграционная служба, вот эти прекрасные листики, он сказал нам сделать фотографии. Он говорит, прямо сейчас лучше делать, мы прямо при нем сделали фотографии, потому что если вы их потеряете, восстановить их очень сложно практически, типа доказать, там, что это был именно ты, твой листик. То есть там он прямо так перевел именно на переводчик, и мы прям сфоткали это. Фотография даже является типа признаком документа. Как-то так. Потом мы вышли, что как бы погуляли по Дублину, потом поехали, прекрасный Дублин, мне очень понравился. Потом поехали в Дублин 15, к моему подписчику, к моему другу. Сергею, Серега, привет, он из Латвии, они нас хорошо приняли, мы у них переночевали, отдохнули, посидели, шашлык пожарили, пообщались, короче, все круто было. На следующий день мы, как бы, у нас билет был куплен сразу, туда и обратно мы купили сразу, то есть потом друг Сергея нас забрал, отвез на, как говорится, автобусную станцию, то есть, ну, автостанцию, и все, наше приключение закончилось, и мы поехали во сколько? В 6 вечера мы поехали обратно с Дублина в наш прекрасный маленький городок. Все, вот так вот мы получили Temporary Protection, желтый листик, ничего сложного не было, никаких вопросов нам лишних не задавали, как многие пишут, все спокойно, все хорошо. Рядом, да, с нами сидел мужчина, у него там два было загранпаспорта, он с Китая прилетел, у него есть типа китайское что-то ВНЖ, но он сюда, то есть, конечно, не спорю, встречается очень много интересных людей, интересных ситуаций у них, которые хотят где-то там что-то отмутить, промутить, как говорится, выиграть что-то. Мы сразу ехали конкретно в Ирландию, мы, как говорится, не были кочевниками, начали Польша, Болгария, там, не знаю, Италия, потом Ирландия, нет, мы сразу ехали конкретно в Ирландию. Все, то есть у нас было все конкретно, все понятно, выехали из Украины, мы выехали какого? Блин, какого же числа? 12 или 13 числа мы пересекли границу с Польшей, если не ошибаюсь. Могу ошибаться плюс-минус пару дней. И все хорошо, все нормально, все выдается, все делается, но сейчас уже там нету, где раньше выдавали возле аэропорта, да, в том здании уже не выдают, уже все нету там, уже где-то в других местах выдают, говорят, что в больших Интерио, да, там как там, типа, в Корке, там, наверное, в Дандалке, не знаю, вроде бы там уже сейчас выдают, точно не скажу, то есть информация меняется каждый день.
как говорится, не бойтесь, не стесняйтесь, приезжайте, Ирландия ждет, да, проблемы с жильем, но все решаемо, главное верить, как говорится, верить в лучшее. Ну и самим не сидеть просто так на месте, а что-то делать, и все будет у вас гарно, добре. До побачення, до нових зустрічей, за нами перемога. Дякую.